Ребята, перед видосом рекомендую вам зайти на канал Let's Play Емели, на котором, в принципе, выходит Let's Play по танкам, Let's Play по Call of Duty, нарезки голдов, звонок, Let's Play по флеш-играм и симуляторам и многое другое. Так что, если вы заинтересовались, переходите, конечно же, при помощи аннотации или кликайте на ссылочку в описании. Ребят, смотрите, что я сейчас делаю. Я просто как наглец... Ого! Вот это было вообще офигеть! Ну что, всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем играть на карте мосты на сочетании Васпа Смок М3 в красочке Тигр. И сегодня мне тащить будет помогать Лёша. Поздравляю. Всем привет. Да, ребят, в принципе, мы уже дуем практически 2-0. Если сейчас, да, вот, все, 2-0. И, в принципе, я думаю, шанс у нас будет, если мне не будут доставать рельс, потому что я еще не писал ни разу на Тигре. Да. Вот, и по мне, эта красочка очень такая, можно сказать, гламурная. Ну, я не знаю, как гламурная, но она реально очень красивая, прикольная, и текстурка ее очень и очень заманчивая. Так, Лех, ты у нас на чем? Я на, блин, Харри Смока в саванне. Харри Смока в саванне. Стоп. Да. Ты же за нас играешь, да? Значит, у тебя Харри Смок М2, М3 или просто М3? М2, М3. Просто у противников, походу, точно такая же. Нет, у противника есть этот М3, М3. Грейд. Не-не-не. Генус. Там... Вот. Я сейчас... Ну, ты же не мог на моей мини подорваться. Нет. Вот, сейчас возле тебя сражаюсь. Вижу. Значит, у них две Харри Смоки, и... Это уже меня наталкивает на то, чтобы я делал... Хвой, да, ребят, все-таки на Тигре мы запишем уже в следующий раз, и сейчас одень уходит, так как смока реально немного насмокивает. Ладно, так, в принципе, у нас уже прошли праздники, 23 февраля миновало, и вообще, как тебе праздник, понравились те X2 фонды, скидочки, т.д. и т.п. или нет? Ну, X2 фонды вообще не могут не радовать. Ну да, ну да, договори, то что-то. Не, все. Скидки, блин. Не было кристаллов, чтобы скидки радовали. Да. Ну, да. Ладно, в общем-то, ну, я уже думаю, многие знают, как я закупился. Тут понты, и только понты. Ладно, и получается, что насчет X2 фондов я даже как-то и не позадрил. Вчера в понедельник у меня не было времени вообще. В воскресенье я ездил по магазинам, потому что у нас такая очень хитренькая система была, и, в принципе, нужно было подкупиться, закупиться, можно так сказать. Ну и, в принципе, в субботу, только если вечерком. Ну ладно, у нас, кстати, вот такая фигня прикольная в магазине происходит. То есть с 1 марта вступает какой-то там закон, то, что если у продавцов нету сертификата, то, ну, как бы... Им нельзя будет продавать товар, а сертификат дается только если имеется накладная. Я думаю, ну, ты, к примеру, знаешь, что такое накладная? Типа да. Вот, голд! Ого! Вау! Так, немножко у накладной. От моего килла. Отлично, 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 ребят, фулл нарко, это шикарно, и теперь нужно просто искать место. Я не знаю, где это место. Давай, ты налево, я направо. Вот, ну нафиг ты меня вынес-то, а? Начинаешь выносить-то, а? Я не понимаю... Я, походу, нашел. Да. Или нет, и... или да. Фу, тихо. Вон он, на мосту. Падай, да, давай. Ну. Нет, давай, ну нет, ну меня вынесли, ну блин, если бы я не попал под эту рельсу, я бы 100 пудов взял. Да, и эта рельса красиво взяла. Ну, меня сзади понапукивала смока, и тем более, если бы у меня была аптечка, оно у меня исчезло из-за игрока с каким-то там ником Гроза района, вроде или Ламер Октан на ХРМ2. Нет, Гроза района. Блин, он меня, в общем, начал валить, и я думаю, брать мне аптечку или нет. Я взял, потому что меня эта Хантера Реля начала валить. И чтобы она меня не завалила, я взял, в общем-то, аптечку. Ну и потом мне какая-то смока напукала. У меня, естественно, отнялись ХП. Нету аптеки, и меня, естественно, ваншотит. Я не знаю, кстати, быть Тигр спас в этой ситуации или нет, хотя там, ну, 15% небольшой резист, но все равно хотя бы какой-то, и может быть, что-то бы он... Блин, ладно. Решил. Я пытался уже флажок довести. Так, 1-3 мы все-таки еще дуем, но у нас есть время, это...
аптечку бери, пацан. Ну, пацан что-то аптеку не взял, ладно. Вот, сейчас давай продолжим тему насчет этих накладных и всяких там продаж. Тихо. Можешь помочь? Где я не вижу тебя. А, нет, тут уже без вариантов. У них там на что базе. Я попробую. Верн. Я тут у них на базе снизу. Ну ладно. В общем-то, смотрите, ребята, получается то, что если нету накладной, то с 1 марта не имеют права они продавать товар. И сейчас практически везде есть скидка, потому что практически ни у кого нету этой накладной, так как товар они закупают просто, так сказать, за слово, типа я тебе дал деньги, ты мне товар, никто ничего никому не должен, если брак, то просто там договоримся по телефону как-то, ну, в общем-то, что-то в этом роде. И я подумал, почему бы мне там не купить немножечко какой-нибудь толстовочки, баечки там. В общем, можно сказать, пощопился. Скидывай. Малорик, отлично. Так, главное, чтобы у меня успела восстановиться аптечка, или я вниз сбросился. Так, нет, блин, рейс там М2 стояла, я не заметил. Ладно, Лёха, давай, ты где сейчас? Ты где отреспался? Я вот прям перед тобой был. 24. Так, давай, едь. Я поеду понизу. Не поеду я понизу, в общем, я получил две рейса. Смока выехала. Смоковый. Они все ее вроде отвлекли. Так, Саша номер 5 просит место, но... Хотя... Дайте место, плиз. Так, пройти мне надо умничка. Писать. Ой, так. По кому-то даже проехал. Боевым всё. Паркуром занимаюсь. Так. Тихо. Оп! Так, ну, это в принципе ничего не дало. Ладно, о, Малорик, ты так дрифтуешь, прикольно. Так, сзади смока, я ее в полу... Да, я ее в минус кинул. Спала, и ничего вообще не... не бойся, сзади за тебя, в принципе, никто не должен гнаться, потому что я... Ай, мина! Черт, вот это я лоханулся нож... А, нет, все, отлично, вернут, и я еще... Нафиг я долетаюсь вообще? Ну, зашел. Зачем зашел, да. Так, в общем-то, топанул я, да, но все-таки... Ой. Мы вернули флаг. Где? Нет, так, у нас на базе практически. Так, отлично, блин, пацан, держись. Там викинг. Но он в чем? В изломе вроде как. Излом, а чего, да, кстати, его... излом защищает? Оно вроде прикольно. Нет! Ну. Твою же, блин, как так-то? Чувак, скинь. Молодец, просто шикарно. Он понимает меня с полуслова, хотя видит то, что он на пол хп без нарки, а я на фулке с наркой. И, блин, что-то мне не хочется встречать Хори Смоку в саванне, потому что она меня, ну, явно уже вынесет. Так, я заезжаю на нашу базу снизу, ты можешь как-нибудь... Давай, вот я. Да. На флаг. На. Давай, держу. Отлично, я пошел на возврат. Спрячься за домиком, минируйся, не знаю, делай все, что угодно, но не просто. Так, нет, не птичка. Так, что? Не, ничего, минируюсь. Отлично. Так, у меня еще, в принципе, не спадает. Нарко. Давай! Отлично! Давай. Нежданный гость. Тихо. Блин, может, я зря верну. А, так это ХРМ 2. Ты ж ее должен вылить. Ой, ага, я себе на мини не подорвался. Ой, вот ты молодец. Ой, у меня какие-то лаги. У тебя были сейчас лаги? Под лаг или нет? Может быть. Знаешь, ладно. Необычайно это внимание. Так, в общем-то, я беру нитру, броня. Нет. На, скидываю. Отлично. Так, я пожертвовал собой. Флаг, там прям перед тобой. Вернули. Опять два. У нас смока блочит его. Все, он перевернулся. Он в минусе. Так, отлично. Блин, 5-2. Пожалуйста, ну хотя бы еще один флаг и... Стимул. Ой, тихо. Не перевернул я. Нет, все, шикарно. Так, парень залагал. Там чувак тоже в минус. Хантер Рейли минус. Отлично, да. Вон я вижу наш флаг, он сзади на институте вроде. Я помню, вот насколько я помню, когда я еще был в клане, и вот это вот обозначалось как институт, вот это вот здание, там где первый этаж красненький. Ну, это насколько я помню, да? То есть, мои предположения могут быть обманы. Ладно, я вернул. Пожалуйста, доставь, кто там, Олеговы. Пожалуйста, да, все. Просто шикарно. Так, давай, какие у тебя там успеть, дела? Чтобы Нара респанулась. Блин, все, супер. Так, отлично, давай, я тебя буду сопровождать. Нет, наш флаг взяли, я не буду сопровождать. Зря я это сделал. Что? Перевернул противника. В смысле, он в полуминусе валялся, я его на ноги поставил. Ладно. Так, Вован... У меня вопрос, этот Вован на что переоделся? Диджитал? С изюма на диджитал? А, ну хотя... Хотя да. Возможно. Ну, да, рельсы, думаю, то, что громов тут не очень много, твинцев тоже.
Он вообще нету громов. Да. Так, ты с нашим флагом стоишь, с ихним флагом стоишь, да? Нет. Как? Ну, как бы я чуть-чуть рыканул. Так. И вернул. А, подожди, кажется, я знаю, где наш флаг. Так, вот сейчас мне, походу, нужно будет должен немножечко отлучиться. Все, ребят, как я вернулся, здесь голд. Шикарно. Все, вот просто, как одел наушники, он кричит. Супер. О, я вот этого буду валить. А, нефиг было. Я нашел точку и... Тихо, тихо, тихо. Я нашел, короче, точку. Тут на центре. Я вынес, да, ребят, я вынес этого пацана, пожалуйста. Можно, можно я... Нет, он меня сейчас ваншотит. Я вижу голд. Пожалуйста, 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 давай. Давай, ну, давай, давай, давай. Лови, у меня броня отлетит. Ну, пожалуйста, давай, давай, давай. Возьмешь. Ну. Возьмешь. Да. Да. Красавчик. Да. Да. Йоу. Отлично, отлично. Он пишет, да, он тупой Берик, но... так. Сейчас должен сам поставить, я напросил. Вся. Нефиг было бить на первом голде. Все. Так, ребят, отлично. Мы спали голд. Давно, давно, давно не было. Развел я этого пацана просто по-божески. Смотри, получается, когда я вернулся, ты говоришь голд, я такой еду, еду и вижу этого гроза района. Я просто вот... Мне было практически пофиг на голд, но я хотел его слить, так как он меня ввалил на первом. Я нашел флажок. Берик куса чмо. Взял меня, вынес, ракан сам еще взял мочь. Ну, ладно, понятно, пацана немножко подбомбаливает, и это неудивительно. Ну, нефиг было меня на первом голде валить, чувак. Ну, я бы тебя просто толкал, а не валил. Вот, и, в принципе, после того... я его начал валить, и он минку поставил. Я ушел в полуминус, и благодаря смоке я вот... Ну, реально, если бы не смог, я бы так и остался вроде бы. Ну, как-то она меня, в общем, спасла, и... О, гроза района. Она. Ориона. Так, у меня тупо 0 хп, представляешь? Я успеваю доставить флажок, это просто шикарно. И 5-5 мы сравняли. Ой-ой-ой, бегу вроде как. Так, в общем, я подрывался, увидел то, что я на точке, я его с последнего, как-то с крита там успел вынести. Ой, чувак тут. Все, давай, я возвращаю? Или... Возвращай. Давай. Зря. Там, тихо, да. Тихо. Там тихо. Это релька. Так. Ай, и у меня расходка спала. Вот, тихо, вот прям тихо, вовремя. Отлично. Я избил вроде бы или нет, я не знаю. В общем, да. Ну, мина. Ну, давай, на минке давай. Еще подорвался. Давай, давай, нужна давай, аптека. Помогай, нужна помогай, аптека. Помогай. Насрочная аптека. Ой, пофиг. Сзади. Сзади. Блин. Плохо, плохо. Я прям за ней респанулся сейчас. Так, потерял. Отлично, вернул. Вернул. Ставь. И. Во. И меня сразу вынесли. Фух. Так. 6-5, мы уже ведем. Вот, и на голде я так развел этого чувака, который сейчас флагом пытался уйти, Хантера Реля, просто, не знаю, я думал, меня вынесет, ну ладно, в общем-то, так, вези, паренек, вези, ну, да что ты встал? Спасибо, ну, не стоило, так, сейчас флаг, в принципе, на правом мосту, я не помню, как он по счету, потому что там они еще считаются как-то, давай, на минку, едь, отлично, так, тут еще я на минку не наехал, шикарно, это... Было сейчас очень тупо, потому что чувак был на мне, он просто как бы летел. Он не просто был на мне, а просто летел через меня, и в это время меня вынесли. Ладно, 6-5, да. Нужно сейчас идти возвращать, либо деф, но я не вижу вариант дефа, потому что, ну, хотя бы доставить нужно, а потом уже деф. Давай, на мине. Ну, отлично. Шикарно, просто шикарно. Так, наш кто там флаг на них за домиком. Вижу, давай, с двух его... сторон, с двух сторон. Кто там? Ну. Так, а где он вообще? А, ты ж... Чё? Я ж вернул, да. Да. Так, ты там сможешь уйти, потому что сзади смока, и она, я думаю, не очень... Да, у меня... Да, ушел я. В минус. Как ты ушел? Текстура или мина? Рельса. Ладно, я вижу тогда наш флаг, это Хэре Тина. Хэре Тина, ребят, 5 минут остается. Мне уже нравится этот бой. Во-первых, 2 голда. Во-вторых, 1 я взял, и там флаг! Ты не видишь. Я думаю, это ты был. Нет. Ладно. Тут Хори смог, кстати, в саванне очень-очень немало. Так, зачем зря ты мне скинул? Потому что, ладно, пойдем. У них один полковник лагает вроде. Справа встречается. Справа. И смотрит там футбол вроде как. Ну, я еще ни разу не слышал такого, как бы... Ух ты! Такого объяснения, почему чувак лакает вперся в стенку и начинает смотреть футбол. Ну, оригинально, да. В общем, минус является. Так, ребят, немножко сбилась запись, потому что я вышел из полноэкранного режима. Немножечко. Да, и у меня запись автоматически остановилась. Все, меня выносят.
Да, меня вынесли, и два кафонда, два голда, это уже круто. Вот, да. И мы выиграем. О, мы еще и выигрываем. Зашибись, да. Просто. Ну, ребят, думаю, летсплей точно удался. 160, какой? 169 вроде бы. Вот. Ну, в принципе, вот так вот. Ну что? Какие у нас дела? Ну, да, ребят, это уже, в принципе, идет тупо на джип. На гип. Давай. Оп. Сэнки. Так, Ламирок, это тот чувак, который, в принципе... Не, он играл, кстати. Я не знаю, почему залгал. Походу, мамка зашла, пришлось вырубить интернет. Вот, в принципе, ребят, смотрите, что я сейчас делаю. Я просто как наглец. Ого. Вот это было вообще офигеть. Ты, конечно, не увидел это, но перед ЛП я это ставлю. Перед ЛП я это ставлю. В общем, у них Хандра Смока, он едет. Ой, зря. Я просто хотел как наглец поехать и, в принципе, немножечко вернуть флажок. Фух. Вот, но, к сожалению, мина. Я, наверное, сейчас немножечко... Да капец, я вслепую вообще куда-то ехал. Что ты там? Не, сейчас будет 6-6-8. 6-6-8, да? Да. Прикольно, 6-6-8. Ладно. Все, я уже записал классный ЛП, я просто рад. Просто рад. Я даже перед ЛП ставлю, как я вот так вот... Зашибись. Как я просто полетел, я думал... Ну, в общем, ты сам увидишь, там просто прикольная сальтушка получилась. Ой, так, ну что, в принципе, как ты считаешь? Думаю, я тоже думаю, или ты думаешь тоже? Что я думаю тоже? Это то, о чем я думаю, или то, что о чем ты думаешь? Это то, что... А то, что мы вместе думаем. Ну, это о том, помнишь, о том самом? Не понимаю, о том самом. Ладно, это, ну, это, блин, просто способ тролля. Именно как бы у нас между друзьями мы такие... Помнишь именно тот момент? И, к примеру, Саня такой, тот самый? А, тот, который тот с тем? Ну, и как-то, в общем, вот так. Прикольно получается. И тебе хелп нужен, да. Вот, я насчет чего... А, насчет голда я имел в виду? А, вот. Ну да. Ну, да. Ладно, не сразу въехал. Да ладно. Без разницы. Ну вот. Так, у нас на базе Минк аккуратно, как на правый мост заезжать. И меня вынесли. Там Хантер Арель опять с флагом, но я думаю, они два флажка и даже для победы 3 точно не утащат. Им нужно как минимум 30 секунд на флаг. С нашей хвоей это просто нам пофиг, можно считать. Так, все, у них, в принципе, 5-5, хрешка уходит. Блин, ну я удивлюсь, если будет реально гол. Просто рандом. И будет эта оранжевая надпись. Значит, может и появиться за 30 секунд и за 10 секунд. Ну да, если она появится сразу, как мы закончим бой, это будет просто эпик фейл. Просто епук фейл. Да. Ой. Ну, я уже не знаю даже, что говорить, потому что все вроде... Окей. Вот, и... А, ну, насчет пенок, что я сегодня пытаюсь как-то созваниваться с Жекой, писать ему, потому что он вроде как приехал. Домой. Вот, и нужно будет запилить. Ладно, в принципе, тот лаган и полковник уже вышел. Зашел какой-то вульфак. Физфак. Вот, и... Да, 9-7. 9-7. Я без брони пытаюсь даже доставить. Доставляй. Мне 20... Хотя... Хотя, вот мне это хотя очень улыбается, если, конечно, наш флаг сейчас не увезут. Блин, ну если бы не гром, я бы его слил. Нет, наш флаг все-таки увозит, 10 секунд, у тебя ничего нет. Фу, у тебя нет никаких шансов. Да. Ладно, в общем-то... Я хотя бы закончу с флажком. Ну, или тебя слили. Нет, тебя... я думал, тебя слили. Да, меня слили. Прямо вот перед финишем. Да, ребят, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Спасибо, то, что досмотрели этот ЛП до конца. Подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. Подписывайтесь на паблик Great Tanks, остальные паблики, в общем-то, все остальные ссылочки будут в описании. Собственно говоря, всем удачи, всем пока и до скорых встреч. Всем пока.